Парни, координацию выполняем все время справа. То есть Давид отдает передачу. И вот туда на частоту, на боссу. Давид отдает передачу. На боссу, колечки. Это мне снится. Ребят, опять не заходите за фишки. Принимайте на фишках, чтобы у вас было движение, прием. Слава Богу. Можно под одну ногу проходить. Прием в сторону, в любую. Только камни близко не снимайте, ой, нос огромный. Делаем частоту через фишки и показываем координационные упражнения ведущими. Крутая колонна. Сначала в прямой, потом в зеркалочку. И потом ведущий будет эта колонна. Понятно, да? Ускорение, обязательно ускорение нужно показать. Да. Сначала сделать элемент, а потом где ускорение. Координационное упражнение, брат. Ты показал. О, Батюша, давай. Юра. Юра покажет. Хорош. Ты покажешь. Качнул. Давай, Ярик, показал. Пусти, Бачок, пусти, как это. И легионеры начинают у нас. Ну тем более, давайте мячишку. Давайте бать. Краснодарского, он поближе к нам, туда вот это. Кара. Можно? Во, батю сразу ловите чудачку. Батя. Ты что сдаешь? Быстрее! Ау! Фома! Кара! Да не бегай, смельчок! Можно бегать. Фому загоните. Фома, живи, Фома! Там, зажми. Все, мы некуда. Не сдавайся! Да, куда, блядь? Держи! Иди с миром, молодец. Хорош, Мира, ута 50. Человек стоит. Давай, Юрий! Давай, игра пошла! Давай, танцуй, брат! Не было. Танцуй, играйте, мы сами! Хорош, Мута, беги! Блядь, Мута! Давай, Мута! Эй, нельзя бегать, ты чё? Да. Никто не бегает. Беги, да? Давай, Мута, за Кавказ. Давай, тортик. Я Хабибу наберёт он. Беги! Просто бегает. 10, да. Мы не убегаем, да. Что у нас? Мы не убегаем. Саня, я не знал, что... Я понимаю определение этого слова, а кто у нас в коллективе чудачка? Красиво. Пока не знаю. Я что-то нового узнаю, сколько уже прошло времени. Бурятия, Сашка, чудачка у нас есть в коллективе. Давай, на камеру все по девятке. На камеру, да, надо забить. Эй, я ж уже бил. Все, поехали. Яра, хорошо. Давай. Бундеслига, видел вот этот удар? Ай, ты куда слышно заставишь? Поехали. Да отстань. А, еще. Давай, Злайл. Слига. Кама для тебя, брат. Ай, все, пошли, уходим.